Люди, вы готовы к этому? Но так как Норман Ридус большую часть всего этого видео вроде как голый ходит, ну вообще, большую часть Death Stranding, новой игры Хидео Кодзимы ходит голый, я решил тоже быть голым. Ну и потому что, ну, ребят, ну, мне нравится, как прохладно, зачем одеваться сейчас лето? Зачем? В чем проблема? Я же у себя дома, не стесняюсь. Death Stranding, ребят, наконец-то Хидео Кодзима похвастался своим геймплеем. Давайте посмотрим его. Я, естественно, не больной, поэтому в 4 утра смотреть презентацию Sony я не стал. Я сладко спал и хорошо выспался, и сейчас я готов наслаждаться контентом от Хидео Кодзимы. Ну, давай, я хочу видеть геймплей. Я хочу сделать погромче. Так, Хидео Кодзима показал нам задницу. Это классно. Потом он показал, что все нормально, классная задница. Вот так, это забавно, на самом деле. То есть, первое, что ты видишь во время трейлера. Задница. Кодзима Productions. Человек, который доставляет. Слезы. Еще что-то? Какой у тебя уровень? У меня есть фактор увеличения. Нет. Я их не вижу, но чувствую. Будешь на меня работать? Наверное, тут тяжело одному. Могу помочь. Я доставки делаю. И все. Музыка, как всегда, огонь. Блин, какой мир огромный. То есть мы будем играть за курьера? Класс. Это геймплей, что ли? Я играю за курьера? Потрясающий геймплей, конечно. Ну, пока что. Что-то сказать. Мы будем пробираться через воду. Я не совсем пока понимаю, в чем будет смысл игры. То есть в доставке... Кстати, мы видели там только что стрекозу, и, по-моему, она была не живая, а механическая. В горы. Похоже на Metal Gear Solid. Я так и знал, что будет похоже на пятый Metal Gear Solid. Внешне и по анимации. Господи, рана как настоящая. Почему он изранен? Что, почему у него наручник? Постой, труп? Или что это у меня на спине? То есть, возможно, тех детей, которых вы видели, он доставлял. Помните, он младенец в капсуле. Возможно, это была доставка. Разрушенные города. То есть, это постапокалипсис будет. Но это было так понятно, конечно, еще из первого трейлера. Контейнеры, которые едут за тобой на веревочке. Кодзима. Какие там идут какие-то эти темные вспышки. Провода идут в небо. Интересно все-таки, что это? Твою мать. Нифига себе доставка. Надеюсь, ее хорошо оплатят. Влезть в гору? Вы охренели. Хидео Кодзима. Ноготь, блин, я не могу смотреть. О, нет! Господи. Оружие? Дай мне свою руку в жизни. Что сейчас будет? Не смотри на меня этим соблазнительным взглядом. Ридус. О, здравствуйте. По-моему, она у нас немножечко заметила. Черт, она уже здоровая.
Отлегнуло. Музыка как в странных делах пошла. У нее надпись на куртке Fragile, то есть хрупкая. То есть она из какой-то компании. Видимо, из курьерской. Дай мне свою руку во смерти. Идешь в город? И там... Будь осторожен. Эти штуки надолго никогда не пропадают. Это, видимо, семья Ридуса. И время проходит вперед, когда оно тебя трогает. Но все не смыть. Некоторые воспоминания не уходят. Увидимся за мостами. Дай мне свою руку во плоти. Сэм, какой статус? Статус у меня хуёвый. Тут их тонны. Ты видишь их в дожде? Приближаются ко мне, Сэм. Если они тебя съедят, местность будет уничтожена. У меня идея. То есть, по сути, смерть не конец. То есть, если его съедят, просто... Просто что-то произойдет, время двинется вперед. И случится взрыв. Сука! Это хором! Он подвигивает! Нормально. Щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. Щелк-щелк-щелк. Ооо, опасно. Он задерживает дыхание. Интерфейс нам, кстати, не показывают. То есть это геймплей, но не видно интерфейса игры. То есть всяких датчиков и так далее. Просто он будет для них вообще... Его съели! И ребенок плачет. Криптоданные помогают сберечь время. Или что-то подобное. И она жрет личинку. Страшно. Ты опоздал. Ты все еще не знаешь, кто я, да? Ну и кто же? Дай мне свою руку на духу. Или в душе. Может, в душе? Ну, немножечко геймплей нам показали. То есть нам нужно будет избегать монстров. Нам нужно будет избегать монстров, это ясно. И мы будем работать за... И, господи, работать. Играть за курьера, который доставляет посылки. И, видимо, доставляет он их в мире, где все опасно. Если тебя съедают, то ты не совсем умираешь, а просто воскрешаешься, и время проходит вперед. То есть ты, по сути, теряешь время, если тебя съедают. А эти черные твари, они, некоторые из них похожи на людей, но некоторые на монстров. Видели, что некоторые из них похожи на людей, то есть там очертания тела человека. Но вот эта тварь, которая его съела, она выглядела как какое-то чудовище. Ну, типа чужого. Интересно, мне нравится. Ребят, что вы думаете, как оно вам? Ну, вот первый геймплей нам показали. Правда, очень мало. То есть тут буквально минут 2-3 геймплея. Нет, даже меньше 2. 2-1,5. Минусы, не знаю, я интерфейс хотел увидеть. Мне хотелось увидеть, как это все будет выглядеть. Прям вот меню какое-нибудь. Но Кодзима очень осторожно нам скармливает по кусочку. Насчет графики, ну как сказать, я не впечатлен. Вот анимация лиц хорошая. Вот видно, что в катсценах все хорошо. Но когда идет просто геймплей,
и графика выглядит, ну, как в Metal Gear Solid 5. И, в принципе, я так и знал, что игра будет похожа на 5-й Metal Gear Solid. Видно по геймплею, по... даже тому, как камера расположена, это будет Metal Gear Solid 5, только новый сеттинг, все новое, но, мне кажется, ощущения от игры будут как в Metal Gear Solid 5. И это хорошо, мне такое нравится. Мне очень нравилось управление в Metal Gear Solid 5, вообще ощущения от игры, от того, как ты держишь контроллер и играешь. Они потрясающие. И я рад, что Кодзима, собственно, следует всему этому. Мы видели оружие, то есть в игре придется стрелять, но это было логично, учитывая, что там пока есть солдаты и еще в первом трейлере. В общем, ладно, всем пока, ребят, спасибо, что были здесь со мной, и ждем Death Stranding. Дату релиза нам, походу, так и не скажут пока что. Пока.